что у меня губы бледные. Но мне, в принципе, нравится. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет необычный макияж, а макияж пластилином. Я даже не представляю, что это будет. Честно скажу, идея не моя. Я вообще такое бы не придумала. Это все моя креативная Крис, скромняшка. Ссылку на нее оставлю внизу, чтобы вы понимали, кто мне такие идеи подает. Но я безумно рада, естественно, вы понимаете, что если идея бы мне не понравилась, я бы ее, естественно, не захотела бы повторить. Но макияж пластилином, вы вообще можете себе это представить? У нас несколько вариантов. Мы фантазировали с Кристиной, как можно было бы накрасить, и она видит это по одному, я это видела по-другому. Ну, не знаю, сейчас что-нибудь смиксую, потому что я, честно говоря, боюсь даже, я хочу это вот сейчас быстро снять, заколю волосы, чтобы они не были у меня в пластилине. Сейчас вот они сидят вдвоем в обнимочку. Денька с Кристинкой будут смотреть, что же я сейчас закреативлю с пластилином. Да, узнаете. Пластилин я взяла в фикс прайсе, там было два варианта, но я взяла пластилин, который содержит в себе золотой и серебряный цвет. Это будет клево, да? Потому что тени, например, какие-то интересные мы будем делать. Макияж я сделаю под свою футболочку, естественно, должно быть все клево. Итак, с чего мы начнем? Для начала нам нужно, наверное, замазать синячки под глазами, да? И для этого у нас здесь есть такой... Дань, куда ты... Крадешься. Зай. Ну идите, иди. Сына не даст, наверное, сделать мне макияж. Короче, здесь есть вот такой бежевый цвет. Мне кажется, он так вот немножко подходит мне. Да? Ну, должно быть светлее все. Я не знаю, я отщипываю сейчас кусочек. Вот. Давайте вот с одним кусочком. Сначала разогреем его. Я знаю, что пластилин, он... Дэнь, сейчас ты мать не узнаешь родную. Мать родную не узнаешь. Так, чуть-чуть разогрела. Теперь вот... Ну, я себе представляла как-то, знаете, прям тонко-тонко. И вот как-то, знаете, вмазывать-размазывать туда, смотри. А, ну нет, оно даже не... Замазать синячки-то надо. Подожди, Крис. Ну давай просто сделаем, да, тогда, да? Вот так вот тоже. Налей. Блин, надо было, знаете, что сделать? Такую раскатать штучку. Ну смотри, уже синяка не видно, во всяком случае. Перекрывает... Я ни хрена не вижу. Перекрывают отлично синячки. Да? Да. Что же в итоге получится? Ты нормально? Нормально? Пока узнаешь, мать? Вот тут еще чуть-чуть. Вот. Надо было обезжирить кожу. Да ладно, пойдет. Может, мы потом снимем даже это, я не знаю. Губы. Сейчас, короче, сделаем брови, губы. Может, одной как-то можно будет скатать. Зато вот детям хорошо моторику развивать и вот такой макияж делать. В общем-то, моторика, интересно, до какого возраста развивается? В принципе, всегда в любом возрасте полезно вот так вот поработать ручками. Вот так вот. Вот так вот. Вот так мы замазали наши синячки. Мне кажется, отлично. Все перекрыло, синяков не видно. Нам же главный результат, правильно? Теперь что мы сделаем? Давайте сделаем бровки. Здесь у нас есть черный цвет. Как-то мешает мне взглянуть немножко вниз. Может, золотые? Брови? Нет. А у нас тени будут золотые, потому что здесь вот такой вот золотистый. Ой, точно. Присутствует. Сейчас вот я беру, отщипываю черный и раскатываю колбаску. Сделаю тонкие брови. А что, у нас
как бы широкие, да, у меня, мне, ну, как бы, может, даже поднадоели. Но они не поднадоели, но как бы хочется разнообразия, вот. Я сделаю бровки сейчас тоненькие. Вот так вот, раз. Ой. А чё, она на брови не лепится? Дай нам пластилин. Вам дать пластилин? Главное, чтобы он только его не съел. Зеленый. Так, а мне зеленый не нужен? Вот. Блин, отваливается. Он тут. Видишь, пластилин такой. Раньше пластилин, да? Еще да я прилеплю сейчас. Ну, на тебе зелененький вам кусочек сейчас, да. На тебе. Есть? Есть? Чтобы он большой был. На. Моторику развязь. Смотри, чтоб в рот только не... Сразу в рот тоже. В рот не надо, Зай. Все, забираю. Дай. А ты, нет, ты просто сорта у него убирай. Он в рот тащит, а ты убирай сорта. А с рук не забирай. Посади его на это. В общем, вот так как-то бробка прилепилась. Кое-как. Не очень удобно, на самом деле, но... Как бы не очень комфортно делать этот макияж, но я добью все равно его до конца, понимаете? Потому что я человек дела. Начала, закончу. Чего бы мне этого не стоило. Так, вторая бровка пошла. Лепим. Секрет в том, чтобы налепить немножечко, не прям на волосок, да, а чуть, может быть, выше, для того, чтобы ну, оно... Было сцепление с кожей. Ну вот так, да? Чего, нравится пластилинка, Дэн? В рот не надо. Лепись. Чё за фигня? Есть, интересно, какой-то секрет, чтобы пластилин лепился? А я хочу сделать, знаете что? Я хочу сделать всё-таки тени. Гля, золотой вообще, глянь, лепится, прям отлепляется. Зеленый плотный? Гля, он прям ко мне вот прилипает. Он из чего-то другого такого сделал, знаешь? Слушай, я могу его разделить? Сейчас я сразу два сделаю. У меня бровь отлепляется. Два кружочка. Дэнь, ты что буянишь-то? Вот золотистый, он если, короче, прилипнет, то вот его уже снимать будет проблематично. Я предупреждаю всех, кто будет в фикс-прайсе брать золотистый. Вот. Он вот прилипает к рукам, да. И вот с ним можно делать, как вот я хотела макияж делать, вот так размазывая, видите? Он как бы прилипает. Вот так. Он как бы прилипает, не прилипая, но во всяком случае... Что-то мне с бровью смешалось тут немножко. Блин, бровь отвалилась. Да твою... Ну блин, все валится. Все, короче, я хочу красные губы, скорее. Красные губы. Брови у тебя шикарные. Да брови отваливаются постоянно. Так, губа. Раз. Хочу пельмени. Вот. Кто-то говорил, что у меня пельмени. Вот пельмени я делаю. А то, что у меня, это не пельмени. Так, вторая губёшка пошла. Вот. Губы. Ой. Нижняя. Да я смотрю, у мамы губёшки какие. Губёшки у мамы какие. Нижнюю губёшку сделать надо. И щёчки сделаем. Да, сделаем, конечно. Ой, нижняя губёшка. Ой, губы шикарные.
Крис глянь. Крис глянь, гуяшки. Так они не держатся и рвутся. Губы рвутся. Я хочу сделать еще оранжевые щечки. Ты узнаешь мать, сына? Сына, мать узнаешь? Давай ему щечки сделать оранжевые. Сына не понял. Я еще хотела бы сделать контуринг, но контуринг нечем делать, потому что нет коричневого. Сделаем давайте щечки. Маленькие щечки. Маленькие щечки сделаем. Я не даже забыла, что у него пластилин. Вот так. Надо лишь на щеку хороглять, потому что не, ну как бы, оно все отпадает. Все отпадает, поэтому надо постоянно все управлять. У нас слиплись губы. Вот так вот. Вот так вот. Щечки. Мне интересно, что ты. Деньги интересно уже смотреть на маму, да? Вот такой вот у нас получился макияж. Очень интересный. У меня уже... Да-да, держись, макияж. Мне надо попрощаться со зрителями. Вот такой вот у нас получился макияж. Мне кажется, очень интересный и хороший опыт, потому что я думала, что будет намного все проще, а получилось все вот так. Но теперь мне нужно сделать красивую заставку, и по-любому губы я должна доделать. Дэн, ну ты чё? А пластилин? Не нужно. Тебе не нужен пластилин? Нужно лицо потрогать. Лицо? Пошли поближе. Пойдем. Ну что ты? Вот. Так еще завернуть и губка получать. А так вот раз. И два. Ну блин, щеки падают. Клей какой. Так я хочу заставку. А волосы? А волосы распустить? Макияж-то сделали. А волосы? Все, мои хорошие, вот такой вот у нас получился интересный макияж, классный опыт. Я надеюсь, вам понравилось. Я стала красоткой просто. И если вы хотите повторить, то с удовольствием повторяйте, делайте ответочку. Мне интересно, честно говоря, как получится у вас. И знаете, вот с этим макияжем я Кристину тоже убежу, чтобы она сняла такое видео. Мне интересно, что у нее получится, и вот как ее... Как ее идея вот так вот воплощена моими руками. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. До следующего видео. Пока.